Привет всем, дорогие друзья! Ну что случилось, вы сейчас узнаете и увидите. Множество людей, очевидцев, стали высказывать свое мнение. Нас обманывают или что-то скрывается? В общем, все, дорогие друзья, начинается именно с таких сюжетов, которые вы сейчас наблюдаете. В общем, вы видите, но не знаете, что происходит. Люди такие в плане того, что они не увидят и не поверят. Это очень плохо. Лучше поверить тем людям, кто с этим сталкивался. Лучше бы вы не сталкивались с тем, что они сталкивались, и, может быть, из вас или из части вас осталось бы в живых. Ставьте лайк, дорогие друзья, посматривайте по сторонам, не забывайте подписываться в социальные сети и не забывайте ставить колокольчик. А у Фе, дорогие друзья, случилось то, что никто не ожидал. Парню и множество другим людям перекрыло необычное НЛО дорогу. Для чего, я не знаю, но в тех местах раньше что-то, дорогие друзья, происходило. Они поехали на какую-то одну гору знаменитую. Я не знаю, что это за гора. Но, в общем, очевидец мне прислал вот этот сюжет. Но и дальше было совсем не весело. Очевидец стоял и не двигался, исходя всего, что у него начали онеметь руки и ноги. Но что происходило дальше? Яркий свет начал просто-напросто его гипнотизировать. И он просто-напросто завис и стоял до тех пор, пока это все не снял. Посмотрите сами. Не так давно, дорогие друзья, вы наблюдаете сейчас за этим сюжетом, но этот сюжет не такой простой. В Белоруссии пропала вся семья, но после этого сюжета начали паниковать люди, которые находились там. В общем, необычное НЛО, около трех, наверное, огромных автомобиля, было замечено в Белоруссии, недалеко от одного интересного города Минска. Но что происходило дальше, дорогие друзья? Ничего. Нашли только две камеры и один браслет. Что это значит, и никто не знает. Но рядом этим браслетом была, дорогие друзья, еще одно но. В том месте, где нашли телефон, он был расплавленный, а рядом с ними находились какие-то непонятные одежды, угольки. В общем, никто не знает, но в том месте как будто сгорело что-то или кто-то. Я не знаю, дорогие друзья, правда это или нет, но комментировать я только из-за одного источника, который мне поприсылал. Правда это или нет, решайте сами. Японские, можно сказать, пограничники заметили, как из воды вылетают три ярких огонька. Они начали двигаться в сторону России. После этого военные Японии подали знак или как-то связались с российскими военными, что на Дальний Восток летят три огромных НЛО. Эти заявления сделали японские новости, но Российская Федерация почему-то отреагировала не моментально. То, что вы сейчас наблюдаете, очевидно,
уже тогда, когда уже в Дальнем Востоке были замечены эти три объекта. Они вошли очень-очень интересно, в плане того, что даже истребители их не могли перехватить. Но что-то пошло не так, и эти три объекта просто растворились в небе. Кто-то утверждает, что это именно они растворились в космосе, кто-то утверждает, что это все-таки начинает происходить то, что кто-то говорил «конец света». Если вам понравился такой необычный сюжет, ставьте лайк, дорогие друзья, ну и подписывайтесь на мой канал.